Все, нажми снимать. Куда пошел? Я не убегаю. Вот тебя отвлекся. Он тебя таймер. Да. Съемку пока нажми. Ну что, вместе нажать? А вы там подоверять должны. В конце замерим. А что, надо еще раз туда нажать? Да, с остальными записываем. А, представимся? Тогда. Там записи сидешь же, да? Да. Все, все. Все. Ерлан Ахметов, Open 19.1, Казахстан. А что дома стоит? Все? Курить.
сразу. Все, не мешайся. Вали выше на рэп. Берем, Валю.
10 секунд прошло, вот это, давай. Я тебя разбивал? Ни разу. Первый разбил утро. А сейчас второй раз прошел. А, ну, да, так он делал. 9 минут прошло, что у нас осталось? Подступил. И потом да. Сразу поймал и... Дальше. Нет. Валикаты закрывают. Начал? А? Я до начал, Валик закрывает. 5 минут осталось, черпи. Сейчас этим пойдем посмотрим.
можешь 19 надо, ело, надо взорвать. Давай, 50 давай, секунд! 50 секунд, посильнее, помощнее. 50 секунд, 50! Да, Ева! А? Почаще, 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 Ева, почаще! 40 секунд! 40 секунд, Ева, давай! Надо успеешь! Должен делать! 40 секунд! 35 секунд! Надо закрывать, Ева! Второго шанса не будет! Давай, 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 молодец! 30 секунд! Давай, 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 можешь! Давай, терпи! Терпи чуть-чуть! Давай, немножко осталось! 20 секунд! 20 секунд назад! Кто больше? Вали, давайте тоже! Хороший взрыв! 15 вали. Секунд! 15 секунд осталось! Ера, взорвись! Давай, Ера, три калории тебе! 10 секунд! 10! Да, сделай его! 7! 6! Быстрее, быстрее! 5! 4! 3! Один лопол! Давай, две. Давай, давай, Ера! Одна! Время! Есть, время! Одно! Верно? Да. Иди снимай, показывай. Да, мы сейчас попробуем. А что, надо этот замерить? Илья, пойдем в рулетку. Илья снял? Чё? Так это Ерла еще? Они перед этим не снимали. Потом сюда идете. Вали красавчик. Вали красавчик, Вали. Сколько сделали? Сколько? 5 калорий. Восьмой не закрыли? Э, стой, здесь все. Все добывает на да, здесь. Мишаня, там чуть выше возьмешь. Да, не снял это? Да, да, да. Вот чуть-чуть. Все, оставь. Ну, 3 метра. Ага. И еще остаток. Ага, сейчас.